Здорово, клышеры, с вами как всегда я, Арман, и сегодня, ребятушки, мы будем открывать очередную порцию крутых сундучков от подписчиков. Но перед тем, как мы начнем, ребят, наш сегодняшний ролик, давайте все вместе прямо сейчас поставим большой пальчик вверх под этим роликом и в комментариях будем написать номер своего лайка. Кстати, если вы это сделаете прямо сейчас, то в скором времени вы получите новую легендарочку, так что ставьте лайк и напишите номер своего лайка в комментариях. Ну а если хотите, ребят, попасть в следующий ролик, как вот эти чуваки, то можете написать еще какой-нибудь крутой коммент, и, возможно, именно вы будете в следующем ролике. И, конечно же, ребят, не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ну, а мы давайте начнем. Как вы видите, вот такие вот у нас сундучки есть. Тут у нас есть еще клановый сундучок, есть еще сундучок из испытания. Кстати, это вот по аккаунт моего очень хорошего подписчика, он неоднократно уже предоставляет аккаунт, так что можете заходить и подписаться на канал этого чувака, точнее не на канал, а на инстаграм вот этого чувака, ссылка будет в описании. Ну а мы сейчас давайте будем открывать сундучки. Кстати, что у нас тут насчет колоды и насчет легендарок? У нас, кстати, еще легендарный сундучок будет. Вот, получается, ребят, из-за легендарок только ночная ведьма недоступна. Попробуем сейчас открывать ночную ведьму. А что колода? Ну, пламенные миньончики, зап, призрак, мега-рыцарь, стрелы, принцессочка и элитные варвары. Окей, сейчас попробуем сыграть элитными варварами. Ставьте лайк, если вы ненавидите элитных варваров. Вот. Ну а мы начнем, ребят. Начнем, пожалуй, с самых дешевых сундучков. Это у нас золотые сундучки, скорее всего. Итак, бочка, летучие мышечки, ну и мини-генераторы. Вот напишите в комментариях, играете ли вы этими мини-генераторами или же нет. Дальше еще один серебряный... Ой, не серебряный. Блин, золотой сундучок, кстати, иногда бывает, ребят, в этими видосиках как-то заговариваюсь, так что сорянчик, бывает иногда, так что поймите правильно. Вот, а тут у нас золотой сундучок попадает, ну, фиговые карты. Дальше у нас, ребят, скорее всего, будет сундучок из испытания. Четвертое место, ну, это примерно как серебряный сундучок, даже хуже, я бы даже сказал. Вот, и всего лишь 4 карточки нам выпадают отсюда. Дальше у нас идет, ребят, королевский сундучок. Королевский сундучок, золото, кристаллики, всего лишь 3 штуки, орда миньонов. Дальше у нас боевой таранчик, летучие мышечки и принц, эпическая карта. Вполне себе, ребят, неплохо. Дальше у нас то ли магический, то ли эпический. Вот давайте эпический откроем. Все-таки из эпического нету шансов на легию. Так что вот открываем. Повозка, зеркало, дальше темный принц. Ну и ведьму. Целых 10 штук, ребят. Ведьмой чувак, я не знаю, играет, нет, вроде как не играет, ребят, чувак ведьмой. Ну ничего страшного, главное, что можно прокачать. Ну окей, давайте откроем сейчас магический, а потом уже откроем класс. Клановый сундучок. Итак, магический сундучок. Нам выпадает золото, мушкетки, гиганты, хижина варваров, гоблины с дротиками. О, ребят, на легу смахивает. Блин, нету леги. Орда миньонов. Ну, вы, скорее всего, там уже посчитали, но я думал, что все-таки лего будет. И тут у нас печеночка падает целых 3 штуки. Это довольно-таки неплохо, потому что где-то я успел заметить пеку. Да, вот тут есть пека. Ну и вроде как все, да-да, вот в одной колоде есть пека, это уже хорошо. Ну, ребятушки, клановый сундучок, давайте лего, клановый сундук, блин, опять, опять, ну суперсел, ну исправляйте, пожалуйста, этот баг, ну вы че, я каждый раз повторяю, вот, но они так и не исправляют. Ладно, ледяной дух, а дальше, опять орда миньонов, вот, гоблины копейщики, ребят, попробуйте посчитать, сколько карт орда миньонов нам выпало сегодня. Лего, ребятушки, из кланового сундука есть! Блин, еще пека и лего. То чувство, когда не ждешь лего, и вдруг бабац, падает лего. Ну, как бы я ждал из магического лего, но так и не получил. А вот из кланового не ждал лего, а тут, знаете, лего. Вот. Ну что ж, ребят, можете в комментариях написать, какая лего будет или нет. Давайте сделаем так. Давайте вы в комментариях будете написать вашу самую любимую лего. И мы сейчас попробуем выбить вашу самую любимую лего для подписчика. Посмотрим.
Ну, кто сможет угадать правильно, да, так скажем. Ну ладно, в общем, открываем и получаем новую легендарочку. Надеюсь, что новую легендарочку. Давай, ледяной колдун. Не, ребят, легендарочка не новая, но можно качать, в принципе, до второго уровня. Ну, шансов у нас, если честно, было не очень-то много, так что, ну, тоже ничего. Вот, ну а насчет Лиги, о, Лег Сундука, кстати, вот ледяным колдуном чувак играет, не, ребят, смотрите, ледяным колдуном чувак не играет, вот был бы Мегарыцарь, или же вот Призрак, или же Пламенный Дракончик, был бы круто. Ну ладно, клановый, квестовый сундучок легендарный за 400 этих медалек, открываем, посмотрим, какой сундучок у нас будет дальше. Давай ночнушку. Да, ребятушки, ночная ведьма. Мы открыли все леги для чувака. Ну, конечно же, кроме вот магического лучника. Но в данный момент у чувака фуловый аккаунт. Поздравляю, ребят, ставьте лайкосики. У вас тоже будет фуловый аккаунт. Так что берем. Кстати, тут у нас еще сундучки открываются. Давайте быстренько сейчас, прикиньте, еще одну лего выбьем. Вообще прям будет зашибись. Тут эпические карты. Ведьма, точнее, одна эпическая карта. Дальше вот. Так вот, открываем золотой сундучок. И сейчас давайте крутой сундучок возьмем для чувака. Мушкетки и эпик, неплохо. Неплохо, ребят. Магический сундучок, такой себе, если честно. Клон с пылчики. Все, ребят, мы открыли прям все, что можно было. Вот, кстати, да-да-да, серебряный сундучок. Бесплатный серебряный сундучок. Я про это что-то вообще забыл. Так что давайте откроем серебряный сундучок. Тоже золото. Угу, колдунчики, все. Все, ребятушки, вот как-то так. Ну и давайте посмотрим, как все это дело выглядит. Вот так вот. Все карты открыты, ребятушки. Ну, пожелайте удачи, вот точнее поздравляйте в комментариях чувака. А мы давайте-ка пойдем будем гонять одну каточку. Посмотрим, как это у нас получится. В общем, погнали, ребята, в бой. Ух-ух-ух, играем против 10-го. Отлично, ничего страшного, сейчас мы покажем чуваку, как надо играть. Хотя, блин, тут у нас элитные варвары, ну ладно. Элиточки. Бах, ну конечно. Эй, какого хрена, ребятушки, у нас тут так получился? Я как-то не понял, почему несколько секунд позже мой запчик раздался. Ну ладно. Ладно, главное, что раздался, но немножко урончика мы получили. Это немножечко, ребят, не есть хорошо. Так. Вот так вот. Дефаемся от всего. Ну, блин, сейчас мы королевку потеряем. Точнее, принцессочку. Да, ребятушки, потеряли принцессочку. Но наши миньончики успели немножечко тыкануть вражескую вышку. И тем самым мы смогли сравнить счет. Ну, окей. Так, давайте-ка еще мега-рыцаря скинем сюда. Вот так вот. Запчик. Сейчас нам принцессочка понадобится для того, чтобы отдефать миньончиков. Давай, принцессочка, быстренько. Принцессочка, давай. Еще тыку, блин. Ай, немножко, если честно, не очень-то хорошо получился. Так, тут фаерболчик залетает прям кровавый на нашу принцессочку. Окейшки, вот так дефаемся. У нас, к сожалению, стрел не было, но ничего страшного. Зато у врага есть стрелы, ну. Окей, сейчас посмотрим, как можно провести, ребята, элитных варваров. Я не знаю, как ими играть, если честно. Ну, попробуем тупо их выпускать в какую-то сторону. Давайте сделаем сначала вот так вот. И вот так вот. Ой-ой-ой, что-то немножко не очень-то получился, если честно. Ну, давай, чувак, дефайся. Ага, понятно, как он будет дефаться. Но тут мы, скорее всего, вышечку потеряем. Окей. Сейчас надо еще шарика ждать. Да блин, что-то чувак все время дефает моих, юнитов. Угу, давайте мега-рыцаря попробуем направить. А тут еще что нам понадобится? Минички не думаю, что смогут спасти, но во всяком случае давайте, да блин, не спасут. Ну, как же так? Это же немножечко... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, нечестно, так скажем. Так, дефаемся всеми силами. Вот так, призрак.
Призрак, призрак, призрак. Давайте еще пламенного скинем. 80 хпшечек. Сейчас прикиньте, ребят, если мы затащим, то будет просто зашибись. Пламенные, ребятушки, пламенные. Ну, давай, принцессочка, принцессочка. О, кишки, дефа и принцессочка. Ну, сейчас буквально один фаербол от чувака и все. Ну, или же стрелы. Ну, думаю, сражались хорошо, но, увы, проиграли. Без шансов просто тут у нас. На победу сейчас опять хейтеры. Уфу, играть не умеешь. Фу-фу-фу, блин, ну. Играйте получше, если что. Ну, давайте-ка сыграем сейчас каточку 2 на 2. Посмотрим, что у нас тогда будет. Итак, погнали. 2 на 2, 10 левел против 10 левела. Точнее, 10 левела против 10 левелов. И у чувака вот какой-то странный микс с символами, со всеми динами. Окей. Так, давайте-ка попробуем. Сначала дефаться немножечко. Гоблины от врага. Ну, кишки, запчик. Неплохо. А вот это было жестко. А вот это, мне кажется, было жестко. Или то он там он специально делал, то ли не знаю. Так, сейчас держим запчик наготове. Да, запчик у нас пригодился. Есть такое дело. И элиточки сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, все, понятно. Какой-то чувак решил немножечко не играть. Но это нечестно, ребят. Это нечестно. Я так не хочу. Так что давайте сейчас закончим быстренько этот боечек. Вот так вот. А, ну и, собственно, сыграем еще разочек, потому что это нечестно. Вот из-за таких чуваков надо какие-то, ну не знаю, меры ввести в игру или же типа этого, потому что это нечестно. Вот. Согласитесь, играешь, типа, вот. И вдруг тут твой сокомандник решает не играть. Это прям капец. Ну ладно. Играем еще одну каточку, посмотрим. Угу. Так, так, так. Кто, интересно, будет начинать? Мы или враг? Ну окей, враг начинает. Давайте тогда будем немножечко отдефаться. Блин, чувак, ну как же ты пускаешь скелетиков-то? Ну как так? Кто вообще так пускает скелетиков? Ну ты чё? Ладненько, ладненько, ладненько. Сейчас попробуем как-то, ребят, от всего этого отдефаться, да. Если, конечно, получится. Ну, не получается. Не получается, к большому сожалению. Так, запчик, давай, прыгай, 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 прыгай. Опа, ну, хотя бы так. Хотя бы тычку нанес наш мега-рыцарь. Тоже, в принципе, неплохо. А тут нам надо дефаться. А вот интересно, наш сокомандник играет? Ну, вроде как играет, но как-то вяло играет. Ну, блин, чё он творит, ребят, вообще? Кто выпускает пламенного дракончика? Ну, кто? Хотел, но вы, по сути дела, ничего там не было другого. Ну, блин, как-то не очень играет, если честно. Ну, ладно, тут стрелочки давайте для поддержки. Они не хватают. Не хватает эликсира, к сожалению. Ну, окей. Так, может элиточку провести, нет? Ну, если, конечно, сможем, то будет супер. Но что-то мне подсказывает, что, ребят, мы не сможем этого сделать. Ну, смотрите, что мы сейчас делаем. Вот с другой стороны выпускаем быстренько прям элиточку. Погнали, посмотрим, кто кого с двух сторон, ребятушки. Мы нападаем, элиточку, смотрите, ребятушки, элиточку пропустили? Я не знаю, это они то ли специально, то ли случайно, или то ли там один чувак решил немножечко не сыграть, да, ну, что-то типа этого, да, ребят, вроде как еще опять один чувак решил не сыграть, ну, это, куда летит шарик, блин, лол, я такое впервые вижу, что шарик прям после каточки решает долетать куда-то, ну, ладно, ребят, думаю, на этом уже пора заканчивать. Наш сегодняшний ролик. Спасибо всем огромное за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписаться на канал. И, кстати, если у вас тоже есть крутые коллекционные сундучки, то обязательно напишите мне в личку ВКонтакте. Ссылка в описании. Я попробую открыть ваши сундучки. Так что буду ждать. А на этом сегодня все. С вами был, как всегда, я Арман. Всем удачи, ребята, и всем пока!